В этот раз мы покупали только молочку. 1 декабря в Румынии большой национальный праздник. Дороги в Румынии очень хорошие. Румыния – это одна из самых необычных и загадочных стран Европы, сохранившая свою самобытность. Экскурсионные туры в Румынию сегодня не самые раскрученные в русскоязычном мире. А ведь эта страна – изысканное лакомство для любознательного туриста. Средневековые замки и города, уникально расписанные православные храмы и горные монастыри, умопомрачительные пейзажи, добротное вино и вкуснейшая кухня. Добавлю к этому, что путешествие в Румынию привлекательно по цене, а визу в эту страну получить очень несложно. Кстати, могу дать хороший лайфхак. Если вы приехали на отдых в Болгарию, например, на море, вполне можете съездить на экскурсию в Румынию. Это очень удобно и недорого. Потому что при наличии болгарской визы вы можете находиться на территории Румынии в течение 72 часов. Этого вполне достаточно, чтобы совершить прекрасную трехдневную экскурсию по Румынии. Я так делаю достаточно часто. Ну что, едем в Румынию? Румыния привлекает меня не только своими достопримечательностями, но и прекрасными возможностями для шопинга, и прежде всего продуктового. Румыния, Болгария являются в одно из состояний в Европейский Союз, но явно притягнем от таких забраний, как при нас. После вступления Румынии в Евросоюз здесь активно проводится политика на поддержку фермеров, использующих экологически чистые технологии производства. Поэтому продукты даже в магазинах очень вкусные и содержат минимум вредностей. Так почему бы не совместить осмотр культурно-исторических достопримечательностей и приятные прогулки с продуктовым шопингом, заехав по дороге в магазин? Немного позже расскажу подробнее о продуктовом шопинге в Румынии. А сейчас по дороге в магазин еще несколько слов об этой стране. История и культура Румынии в течение столетий создавалась различными народами. Сейчас мы едем по селу, которое находится недалеко от Бухареста и называется Уну-де-Чембрие. 1 декабря – большой праздник для румын, День национального единения. В этот день в 1918 году к королевству Румыния присоединилась Трансильвания. Пожалуй, нет ни одного румынского города, в центре которого не было бы улицы 1 декабря. И вот это село названо, конечно, в честь большого национального праздника. Живут в румынском селе Уну-де-Чембрие потомки болгарских переселенцев. Они не знают болгарского языка, потому что им негде его учить, но хранят традиции своих предков. Магазин, в который мы сегодня зайдем, находится в селе Уну-де-Чембрие и принадлежит крупнейшей румынской сети супермаркетов Mega Image. Именно в этом магазине я еще никогда не была. Ну что, давайте зайдем с вами в первый раз. Эсти беневенит. Добро пожаловать! Внутри все выглядит так, как и в любом другом супермаркете. Правда, конечно, размер поменьше, чем в городах. Хотя и на сельский магазин мало похож, по крайней мере, в моем представлении. В
преддверии Нового года уже и праздничное оформление, и соответствующие товары поставлены. Моя цель сегодня – закупка молочных продуктов. Поэтому остальные полочки пробегаю быстро и делаю вам ознакомительный обзор по специфическим румынским товарам. Это готовое тесто для плычинты. Так называются традиционные румынские пироги. Вино – один из главных брендов Румынии. Пиво румынское, кстати, вкусное. Маслины в Румынии, конечно, не растут, но их здесь очень любят и завозят из Греции и Турции. А вот и молоко. Разные производители, разные упаковки, разная жирность, поэтому и цена разная. Йогурт. Беру всегда вот такие ведерочки по 900 грамм. Очень быстро улетает. Цена зависит и от содержания жира, и, конечно, био-йогурт стоит дороже. Сметанка. Невозможно оторваться. Едим большими ложками. Поэтому тоже ведерко побольше берем. Жирность, конечно, разная, до 35%. Кашкавал – твердый сыр. Здесь представлены и румынские производители, и мировые бренды. Обратили внимание, что ценники здесь электронные? Вот даже специальный детский ассортимент сыров. И еще одна особенность этого магазина. Как свернут в три раза, да? Да. Ты не поймешь. Вам понравился наш обзор румынских продуктов? Ставьте ваши лайки или дизлайки. А в комментариях напишите, о чем вам рассказать в следующем видео.